поскольку я сам определяю, когда и на кого мне смотреть. Я Гусева требовал от меня, чтобы я называл ее «Ваша честь», отвечал ей стоя, занимаясь самоуправством, превышая свои служебные полномочия. Кстати, пожалуйста. А что такое иные права, я хотел бы узнать? Какие иные права? Про иные права речи не было. Я вам сейчас иные права не разъясняла. Я вам не считаю нужным разъяснять иные права. Я вам не считаю нужным разъяснять иные права. Я вам не считаю нужным разъяснять иные права. Вы на меня, пожалуйста, посмотрите, я когда с вами разговариваю, вы смотрите куда-то. Вам секретарь перед судебным заседанием предоставил протокол разъяснения прав, угу. Вы в нем указали, что вам они не разъяснены, угу. И сейчас и они вам не понятны. Ну, также все-таки укажу, что иные права мне не разъяснены. Разумеется. Заседание является продолжено. У меня заявление об отводе судьи. Позвольте зачитать. Пожалуйста. Встаньте, пожалуйста, и зачитайте. Ну вот по поводу как раз встаньте и меня отвод. Ну то есть не желаете вставать? Нет. Заявлялось ходатайство о разъяснении мне иных процессуальных прав, предусмотренных статьей 25.1. Судья Гусев отказывала несколько раз от ходатайства, при этом нарушение закона мотивированных определений. Отказанное ходатайство судья Гусева не выносила. И судья неоднократно прерывала мои выступления, требуя при этом, чтобы я смотрел именно на нее, чем нарушала мои права, поскольку я сам определяю, когда и на кого мне смотреть, а также превышала свои должностные полномочия. Также, вопреки Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, судья Гусева требовала от меня, чтобы я называл ее «Ваша честь», отвечал ей стоя, занимаясь самоуправством, превышая свои служебные полномочия. Также оставляю за собой право, предоставленное мне законом, при дальнейшем нарушении закона судьей заявлять отводы по количеству нарушений, то есть вплоть до неограниченного количества, равному количеству нарушений действующего законодательства судьей, если таковые будут наличествовать. Заявляю от судьи Дагестанского суда Гусева от дальнейшего рассмотрения дела номер 12-227. 20.